Чернышов 25-й, защитники Данил Поленков. 45-й Егор Мартынов, 77-й. У Торпедо вторая пятерка. Защитники Мэдисон Бауэ. 4-й Кирилл Кирсанов, 19-й номер. И вот тройка нападения. Вторая у Торпедо. Сергей Гончарук, 27-й. Николай Ковален, 51-й. Алексей Кручинин, 78-й. Отбились динамовцы. Но тоже теперь торпедовцы пытаются по максимуму затруднить выход из зоны. И вот здесь очень активно опять сейчас прессинговал Никита Артамонов. Защитников Динамо. Это уже третья тройка нападения у нижегородцев. Вот опять Кулбаков в игре. Никита Артамонов, 79-й. Бобби Линч, 49-й. Грилларионов, 69-й. Защитники Дмитрий Бреус, 24-й. Михаил Орлов, 74-й. У Динамо третья пятерка. Защитники Антон Малышев, 4-й. Игорь Ажиганов, 92-й. И нападающий Павел Кудрявцев, 84-й. Владислав Михайлов. Вот и уже опасный бросок портом Коновалова. Владислав Михайлов, 31-й. И Артем Ильенко, 34-й. Борется там Ларионов, помогают ему партнеры, но динамовцы все-таки шайбу выбрасывают. И здесь можно играть. Можно я думаю, вот туда-сюда так и будут примерно играть команды. Плюс-минус в этом противостоянии Торпедо и Динамо. И вот сильная передача вперед. Так, Муранов. Ну, больше обозначил, да, ну и за 15-минутное превью к матчу. Там было интервью тренеров перед началом встречи. Хорошее настроение у Алексея Кудашова. Действительно, проверяет по-прежнему различные сочетания. Перед плей-офф уже Игорь Ларионов, естественно, об этом сказал. И Алексей Кудашов, понятно, что вот этот последний месяц, решающие матчи, подготовка идет к плей-офф. И очень важно, действительно, и тем, и другим в очень хорошей, не только физической, но и эмоциональной форме, да, игровой форме, легкой подойти к этим уже. Шайбу вернули сопернику, но самое главное, что надо начинать все торпедовцам сначала. И динамовцы уже, в общем-то, так расставились. Это классическое 1-3-1. Сейчас мы видим построение игры у динамовцев. Готовец попадает под силовой, шайбу не вывели. Не вывели пока динамовцы из зоны. Вот здесь надо аккуратнее играть. И как здорово выводят на бросок! Какой шанс сейчас был у Михаила Орлова. Ну, браво, браво, динамовцы. Всего лишь остается у Торпедо. Надо бы поспешить нижегородцам. Ларионов. Прибольский. Так, и динамовцы выводят шайбу из зоны. Пытались партнеру. И дальше там динамовские защитники сыграли четко в этом моменте. Выигранное выбрасывание. Кирсанов. Ларионов. Борьба. Выигрывает ее торпедовцы. И посмотрите, все расступились. Правда, с острого угла, но бросал Никита Артамонов. Опасно. Поворотом Коновалова. Денис Ян. На Ларионова. Ларионов. Туда на вершину. Там Кирсанов. Кирсанов. Ларионов. Хорошо в центр. Хорошо. Опять же ходит шайба. Но вот эта последняя передача немножко неточная. И темп атаки сбился. И одно добивание, второе. Какой опасный момент создают торпедовцы. И в этот момент выходит. Первого периода пока у нас 1-0. Но торпедовцы сейчас атакуют. И здорово! Бросок не сильный получился. Выиграл Ларионова. И успел там переместиться в воротах Коновалов. Но все равно торпедовцы стараются свой фирменный стиль демонстрировать. Такой короткий достаточно пас, быстрая игра, быстрое перемещение уже в зоне атаки. Демонстрирует, когда в хорошей форме. Чернышов. Зашли Динамо в сезону. Перевод туда, за ворота. И вот сейчас динамовцы пытаются немного отодвинуть игру от своих ворот. Владислав Михайлов мощный там закрывал шайбу корпусом. И вот опять Михайлов поборолся. Туда на Ильенко передача. Ильенко ставит тут Кудрявцев корпус тоже. Вот динамовцы. Такой позиционной атаки. Наброс на ворота повторным движением. Накрывается. Вот этот бросок. Лег Никита Шаев. По борту Богдана Конюшкова. Конюшков. Ну и вот
тут клюшка сломалась, что ли, она у Никиты Артамонова. Артамонов продолжает бороться за эту шайбу и чуть не продавил по-футбольному защитника. Сравнив хоккей с театром, это очень важно. Зрители приходят на хоккей и получают эстетическое тоже удовольствие. И вот здесь наброс на ворота. И вновь уверенные действия Кульбакова. Жигадов от синей набрасывал с кистей. Очень опасно было. И вот здесь динамовцы опять атакуют. Не прошла передача на Павла Кудрявцева. Динамовцы продолжают там очень активно работать у борта. Почти 6 минут сыграли команды во втором периоде. Кублуков. Кудрявцев, Михайлов, там втроем динамовцы выцарапывают все-таки эту шайбу. Жигадов! Бросок от синей, Пыленков. Защитник один, защитник второй. Динамо бросает по воротам. И всякий раз уверенно играет Кульбаков. Ответ торпеда. Бросок в ближний угол, но не совсем точный он получился. Вот здесь шайба не доходит до вратаря. Муранов. И вот сейчас время торпеда уже немножко поатаковать, отодвинуть игру от своих ворот. Бело-голубые ничего не дали создать. Пошел Никонов, набирает скорость этот динамовский танк, но опять же упирается в защитников. Ответ торпеда. Вновь Никонов. Попытка номер два. Просто пробросил вперед, но Рашевский никак не успеет к этой шайбе. Так и что там? Опять выигранное выбрасывание динамовцами, что очень важно для бело-голубых. Продолжают они поддавливать. Пытается выбраться Никонов из угла площадки. Дальше туда на Муранова. Муранов. Не скажу, что гол назревает, но динамовцы, конечно, сейчас в эти последние пару минут могли рассчитывать на гол однозначно. Дальняя скамейка у торпеда, сложно очень поменяться. Очень сложно это сделать. Динамовцы понимают, что вот надо сейчас поддавить еще немножко. И неточная передача. И вот он шанс смениться хотя бы немножко. 25 секунд. Спешит Кульбаков. Хорошая диагональ. Входят торпедовцы в зону. Прострел и бросал по воротам Ларионов. Последние 12 секунд Чернышов. Чернышов поборется за эту шайбу. Но тут не дают развернуться торпедовские защитники. Ну и на этом все. На этом все. Звучит сирена об окончании второго периода. Двигали шайбу за счет вот активности в углах площадки. Артамонов. И тут опять посмотрите, друг друга хорошо динамовские защитники подстраховывают. Попытка броска была с разворота от Бабелинча. Тоже буквально чуть ли не первый раз произношу я нападающего эту фамилию. Не очень он заметен, но вот сейчас Линч шайбой. Линч, бросок! Попытка добить у Артамонова. Вот и заявил легионер торпеда себе сейчас ярко. Заставил серьезно Илью Коновалова потрудиться. Динамовцы бегут в атаку. Но здесь какая потеря! И Линч бросает! И забивает Бобби Линч! Ближний угол! Бросок классный у него в борце, потому что его «Чайка» совсем недавно смогла победить команду «Стальные лисы» со счетом 3-1. Это матч молодежной хоккейной лиги. Поздравляю Диму с этой победой, ну и всех болельщиков «Чайки». Ох, какой момент у торпеда сейчас был! Ну и тут есть... Продолжают торпедовцы осаждать ворота. И вот здесь на дальнюю Ларионов. И динамовцы выбрасывают шайбу. Опять идут длинные передачи под синюю. Ян бросает дальний угол. А
Отбились динамовцы, даже могут на контратаку рассчитывать. Неплохо, очень неплохо. Чуть было не продавил Владислав Михайлов оборону торпеда. Михайлов убивает здорово, еще и штрафное время продолжает. Михайлов сыграть с ним в игру, попробуй отбери. Решили торпедовцы и общими усилиями это сделали. Ферстав. Динамо в полном составе. Тяжелые две минуты теперь у динамовцев позади. И ровно пол периода еще играть. 1-1. Классно. Но тут сейчас тоже в какой-то степени до ошибки. А ее нельзя ни тем, ни другим сейчас осуществить, потому что это уже может быть чревато. Поэтому где-то, может быть, играют попроще. И в обороне, и в атаке тоже. Главное не провалиться. Не пропустить контрвыпад соперника. Вот смотрите, один нападающий, его встречает 4 защитника торпеды. И как неожиданно шайба могла оказаться на крюке у Михайлова. Михайлов. И вот сейчас опять такой отрезок. Чуть больше 3 минут уже без паузы идет игра. 7,5 еще играть в третьем периоде. Динамо сейчас атакует Михайлову, не дают бросить. Денис Ян, и то же самая картина. Бежит один нападающий. Было касание, но здесь Кульбаков четко вышел. Помог своим защитникам. Теперь уже считает игру Коновал. Динамо пока перебрасывает. 35-31. Ну и вы видели уже сейчас эти цифры с последней вратарей. Ну и понимаете, глядя на табло 1-1, что это, конечно, во многом благодаря вратарям такой не очень крупный счет у нас на табло. В принципе, команды-то наиграли. Ну, может быть, не на шайбопад, опять же, да, но уж еще 3-4 шайбы точно на двоих могли забить команды точно. Поленков, бросок! Это было опасно. Тащил шайбу Кирсанов. Поехал тут же на смену. 5 минут последние третьего периода. Но торпедовцы сейчас выиграли вбрасывание. И тут же наброс, но не точно. Гусев. Гусев, но передача не точна. Меньше 3 минут до конца третьего периода. Стараются аккуратно играть. Все равно и те, и другие с оглядкой на оборону. Как ни крути. Сейчас уже, если пропустить, просто может времени не остаться, фактически отыграться. Затащили шайбу в зону динамовцев. Поленков дальше. Поленков. И бросок по воротам. Кульбаков не рискует. Кто парашюте, кто? Борьба за эту шайбу. Остается на у Динамо. Давец.